Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Волха. 26-й день, и я забираю 50 монет Одина. В копилочку, отлично. Так, сегодня у нас было какое-то обновление, друзья мои. Не знаю, что у нас тут добавилось, давай посмотрим. Так, ну я вижу уже цветочки, погоди-ка. А что с бабочками, у нас все что ли? Погоди-ка секундочку. Нет, с бабочками все отлично. Но теперь почему-то здесь цветочки. Странно. Так, ладно, найти цветок. Ага, вот он, первый. Так, это что там за яйцо такое интересненькое, а? У нас собирается. Так, ну что, давай, наверное, начнем с драконов. Так, ну понятно, это, ребята, после обновлений всегда какие-то дозагрузочки у нас есть. Мне интересно узнать, а событие какое-нибудь новенькое появилось у нас или же нет? Сейчас посмотрим. Кто-то мне писал в комментариях, что добавили, по-моему, легендарного дракона. Или просто какого-то дракона нового. Сейчас все посмотрим. Так, сколько рун? 12. Нет, чтоб 350. Было бы прикольно, я бы не отказался. 350 рун — это шикарно. Так, ну что, сарделька, лети давай тоже. Даешь нам 4 руны, спасибо тебе огромное. Уничтожить бесплатно. Все, вроде бы всех пока занял. Так, забираем здесь рыбу, отправляем. Так, погоди-ка, тут, наверное, надо за рыбу уже отправлять. С древесиной вроде бы как все пока хорошо. Но это опять же, ребята, как посмотреть. Так, почему-то у меня беззубик, друзья мои, просто просидел. Даже никуда не слетал. Так, давай-ка глянем, что у нас там по обмену. Отказаться. Понятно, здесь все за руны. Ну, за руны, ребят, я не буду никакой обмен делать. Так, лети. А ты за древесиной. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Скалотряс. Ну что, прокачиваем его, да? Да. Чего там не хватает? Блин, не хватает рыбы, говорит. Да, он такой прожорливый, можно так сказать, да? Этот скалотряс. Так, ну сколько тут древесинки-то нам? Почти 13 миллионов древесины он добывает. Шторморез. Так, теперь давай здесь заберем пак. Загадочный. Давай вскрывать. Ну. Так, монетки Одина, это все понятно. Саму начинку покажи ко мне. Громобой, шипорез. Угу. Дымодышащий. И сразу же тогда рекламный. Так, монетки Одина, 6 штук. И здесь у нас кревет, шепот смерти, шипорез. Ну и ресурсы. Так, что дальше? Точно, друзья мои, вы меня не обманули. Действительно, новый древний страж. Так, кого-то он мне напоминает. По-моему, жутика. Да. Ну, древний страж. Интересно, если он у кого-то есть. Он вот здесь находится, да, вот на этой территории. А где же он тут прячется? Слушайте, ну, игра, как вы заметили, она постоянно развивается. Кстати, до того, как я в нее стал играть, обновлений было мало. А за то время, пока я в нее играю, уже 2 новых острова появилось. Интересно. Может быть, просыпается, как говорится, интерес у народа к этой игре. Поэтому они начинают тут, ребята, обновление. Вот бы еще в Черепашки-ниндзя легенды бы вернулись бы они, да? Обновили бы их. И было бы вообще замечательно. Так, что у нас тут? Зеленая смерть. Угу. Давай, иди, иди. Иди на поиски. Не хрюкай здесь. Расхрюкался мне. Так, эти-то что у меня тут супостаты отдыхают? Быстро, быстро, быстро по делам. Лети. Хрюкает он там. Ага, здесь забрали. Пускай летит. Ага, все рыбацкие места, написали, нам уже заняты.
И попросили отправить его в другое место. Я его отправил. Кстати, погоди-ка, мы же с тобой случайно здесь ничего не строим? Нет. Так, здесь нужно сколько? 240 миллионов рыбы. Таких сумм у меня нету пока. А здесь можно убрать 480 миллионов древесины? Требуется. Да, это, конечно, круто. Прихвостень проснулся, господи. Иди давай, прокачивайся. А здесь сколько стоит? 240 миллионов. Так, здесь я уже забыл, что нам не хватает. Нам не хватает викингов. Кузня. Требуются драконы. Так, восстановите великую кузню, чтобы улучшать здание науки. Требуется 12 драконов сотого уровня. Как тебе такой вариант, ребят? 12 драконов сотого уровня. Так, ладно, давай здесь прогружайся быстренько. Я хочу открыть. Ага, у нас последний пак здесь. Ужасное чудовище, громель, шторморез, водорез и все. Так, а ну-ка посмотрим события. Да, друзья мои, у нас есть, но... Опа. Можно. А здесь тоже можно. Два события, которые я могу, ребята, с удовольствием попробовать пройти. Ну, насчет выживания не знаю. А вот происшествие «Край ждет припасы», пожалуй-ка начнем. Так, оно у нас длинное. Так, ну что, я тогда, ребята, убираю отсюда стального капкана. Как бы, мне кажется, здесь им, ну, не место, ребят. Стального капкана уберем. Хлыстореза, может быть, взять. Или же опять вернем с тобой нашего кого? Барсика. И сразу возникает вопрос: а нужен ли нам здесь барсик? Нужен, ребята, знаете почему? Потому что это единственный чувак, который у нас наравне с этими по уровню 14, 15, 15. Можно, конечно, было бы. Но ветрокрыл его уже давным-давно мне посоветовали. Рэй, убери его. Кстати, у нас есть еще костолом. Но это тоже красный, да? Дракон у нас. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь получится. Край ждет припасы. Мы должны помочь, понимаешь? С припасами именно. Разыгрывается в данный момент 1000 тусклого янтаря. Так, две волны. Так, кто у нас там? Дымодышащий, что ли, да? На-ка тебе, малыш. Он, кстати, 15 уровня. Ну-ка, есть контакт. Последняя волна. А это у нас Лаварик собственной персоной. Но он очень-очень такой, знаешь, твердый. Неподвластный. Придется немножко помучиться, но в любом случае мы с тобой его, конечно же, разберем. Я буду, наверное, дальше ему понижать броню. А давай я вот так еще сделаю. Блин, я думал, что мы усилим атаку, а мы усилили броню. Нет, такой расклад меня не устраивает. Да все, Лаварык, сдавайся уже, хорош сопротивляться. Сейчас будет, наверное, ну я так и думал. Я думал, либо хильнется, либо поставит на себя щиты. И добиваем. Идеально. Так, теперь у нас рулеточка впереди. Ну что ж, посмотрим. И, по-моему, рыба, да? Блин, а так близко были к плодам мудрости. Я думал, что все-таки перелетит, но нет. Так, ну что, получаем с собой 1000 тусклого янтаря. И раз, два, два боя у нас для того, чтобы получить вот этот вот пак. Ну, где-то, я думаю, 50% прогресса мы должны сегодня пройти. Потом еще сходим на выживание, посмотрим, что там. Ну, там обычно как? 6 волн, где мы должны сопротивляться. Здесь у нас 2 груши и 3 восстановления сил. Это, кстати, очень хорошо. Так, это кто у нас тут такой, а? Что это за жутень такой? Ну-ка, врежем ему. Как следует. Добьем. Так, вторая волна. Это кто? Это брат Ветрокрыла. Кстати, ты заметь, что вторая форма динозавра, да? Дракона, точнее.
она намного сильнее, потому что он зеленый, да, и у него очень много хп. Куда ты там захиливаешься? Я тебе сейчас хильнусь. Так, а вот нам бы хильнуться не помешало. Окей. Кусаем. Тут, наверное, знаешь, что нам? Красные драконы, скорее всего, пригодятся. И я вот думаю, мы, наверное, уберем с тобой. Мы, наверное, с тобой уберем Барсика и поставим сюда. А кого мы поставим? Вопрос интересный. Надо глянуть, ребят. Надо будет посмотреть. Хотя выбора-то уже, по-моему, не будет, да? Поехали. Ну, давай, вот плод мудрости, пожалуйста, есть. Шикарно, спасибо большое. Так, здесь мы закрываем. И все-таки, да, ребят, мы можем, по-моему, выбрать. И я хочу заменить. Красный дракон, красный дракон. То есть мощь. У нас есть ужасное чудовище, но я его не хочу брать. А есть еще что-нибудь? Пещерный склотряс. Вот, хлыстореза, может быть, взять, а? Давай вот так вот сделаем с тобой. Погнали. Хотя, ты прикинь, я сейчас поменял, а у них что-нибудь заменится. И будет... не так, как я рассчитывал. Ладно. Кстати, хлысторез, да, и кривоклык, они похожи. Может быть, они даже братья. Так, что ты тут делаешь, парень? Понял тебя. Кусаем. Да, слабенько, конечно, он бомбит, но это все из-за того, что он 11 уровня. Так, ребята, хлыстореза заменяем. Ты видишь, все абсолютно пошло не так. Абсолютно все пошло не так. Так, бомбим сюда. Добьем? Да, добьем. Ну, а с громорогом, я думаю, мы справимся и так. Что-то ранит меня, ты посмотри на него. На тебе. Кусь-кусь. Здесь то же самое. Так, у него полностью забита шкала, ребят. Что он будет делать? Хорошо ударил. Но это его не спасает. Кручу-верчу. Хороший пак получить хочу. Древесина, 50 миллионов. Угу, хороший пак. Дудки. Так, а мы все-таки с тобой, да, забираем этот пак. Заслужили. И у нас с тобой два поединка. Здесь. И здесь. После этого забираем пак. Потом еще один пак. 150 рун. Светлый янтарь и 400 бабочек. Ну, вряд ли мы, конечно, до бабочек дойдем, потому что у нас 2 всего лишь энергии осталось. Так, ребята, я пока хлыстореза оставил. Пока. Но если будет какая-то напряженка, естественно, сразу его в обмен. Оу, тут 3 волны. Ёк-макарёк. 3 волны уже. Они знают, куда бомбить. Естественно, будут атаковать самого слабого. Самый слабый — это у меня хлысторез. На тебе. Она, естественно, продолжает бомбить, да? Ага, вот как она. Пошла распыляться, да? На разных. Здесь вот сюда бомбанем. Так, даже не вздумай. Ха-ха, промахнулся. А этот не промахнулся. Так, хиляемся. Блин, смогу ли я пройти? Ох ты, ничего себе, в ответку он мне вжарил, ты прикинь? Добить? Подожди-ка. Да, добью. А дальше-то что? Ну, наверное, нам лучше с тобой бомбануть все-таки кревета. Как по мне. Хлыстореза мы потеряем с тобой сейчас. Кревет постарается. Он его уничтожит. Ну и фиг с ним. Это у нас все равно последняя волна. Я тебе просто говорю к тому, что нам надо будет его заменить. Ты сам видишь, что происходит. Он не справляется.
уровень у него всего лишь 11 был. Остальные, так сказать, еще бизончики у меня, да? 15 уровня. Шлепнули. Так что он там будет делать? Понятно, кусает. Добивка. Ну что, двигаемся далее. Ну-ка, посмотрим. Опять 50 миллионов древесины. Да чтоб вас. Хорошо. Идем с тобой к мини-боссику. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не могу. Твою налево, ребят, я не поменял дракона. Хлысторез пошел, ты прикинь. Это на мини-то боссика мы пошли с тобой, да? Хлысторезом. Молодец, Рэй. Удружил, блин. Вот как мы теперь тут будем с тобой сейчас? Я не знаю. Как-то придется постараться. Естественно, сразу атакует. Нашел кого? Угу. Бомбанем. Так, что он будет сейчас делать? Нормуль, это терпимо. А вот что этот чудик у нас делает? На полной шкале. Вот что меня интересует. Неужели заморозка? Да быть такого не может. Ох, ёк-макарёк. Ты видел, что он делает? Он отравляет и вгоняет всех в сон. Это люто. На самом-то деле. Мне нужно хильнуться срочно причем. Теперь его надо как-то успеть еще разобрать при этом. Ух, получилось. Так, ребят, вторая волна. Скалотряс плюс лаварык. Лаварык фигня, а вот скалотряс — это да, это еще тот противничек. Погоди-ка, я не понял. Во! Влупили. Кого он будет атаковать? Тогда нам повезло. Тогда нам с тобой крупно повезло. Что же мы с тобой сделаем? Мы можем уничтожить, в принципе, и заняться лаварыгом. Но мне нужно еще хильнуться. Вот что я тебе скажу. Потому что потом уже будет мини-босс. Блин, вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Так, а что это у нас? Ага. Бафнемся. Итак, кто у нас здесь? Ветрокрыл плюс Костолом. Так, Костолом, по-моему, без разбега, ребята. Просто огнем полыхает. Так что начнем с Ветрокрыла. Сейчас посмотрим. Ох, больно. Блин, что творят, а? Вот это другой разговор. Хильнемся, добьем с тобой Ветрокрыла. Вот бомбит, а? Ладно, погнали. Раз. Понижаем броню, это два. Делаем укус, это три. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, огнем дышать. Пи! Ну тогда пока. Блин, выжил, а? Так даже интереснее. Да, друзья мои, какой-то ватненький оказался мини-босс. Но это и хорошо. Ну, сегодня хоть один пак мне выпадет. Да, конечно. Только рыбка. Только рыбка и древесины. У нас остается с тобой... А, все, ребята, ничего, энергию я все потратил. Но, тем не менее, пак я забираю. 38% мы прошли. Так, шторморез, крылатый ужас, шепот смерти и все. Ладно, продолжим с тобой в следующей серии. Так, с этим испытанием все ясно. Давай заберем здесь награды с тобой. Так, блестящий интерь 2. Здесь-то у нас что? Так, тусклый интерь. И 100 бабочек к придаче. Ладно, забираем. Дальше что? Наездники. Ну тут понятно все, да? Ничего мне не надо. Слушай, Беззубик, а что ты у меня сидишь, а? Давай-ка мы тебя отправим куда-нибудь. Куда-нибудь на... Солнцелов.
Штормовестница. Так. Резьба хвост и корабль-крушитель. В плане я не могу. А где? Что-то как-то здесь немножко по-другому все сделали, друзья мои. Дневная фурия, беззубик. А, вот как, елки-палки, я уже пужанулся, думаю, что не то. Так, мы с тобой ищем вот этого, да? Не знаю, сколько мы уже... Ну, приличное количество времени, все, он нам никак не выпадет. И у нас с тобой следующее событие, это... получается, выживание. Ну, давай... Что такое? Что-то там написали, непонятно что. Так, охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Да, обязательно нарушим, только вот... Заменить мне надо кое-кого. И это у нас будет с тобой стальной капкан. Пойдет он на обмен. И вместо него я возьму... Барсика. Давай Барсика, наверное, снарядим с тобой. Просто хотелось бы посмотреть, с кем мы здесь воюем и против кого мы выживаем. Ну, здесь будет, по ходу дела, 6 волн, как я тебе и говорил до этого. Сейчас хочу убедиться. Да, друзья мои, 6 волн и... стальной капкан. Это же у нас тройной удар плюс громорог. Чем-то напоминает мне именно прошлое событие, тоже на выживании, когда мы с тобой были. Там тоже начинался тройной удар и именно громорог. Награды я вот только не посмотрел, какие здесь у нас будут. Так, этого уничтожаем. И громорога тоже мы с тобой сейчас уничтожим. Ну что ты там, отгаденыш. Вторая волна. Кстати, у нас с тобой 4 груши и 4 прилива сил. Ну этого, слушайте, ребят, этого должно хватить нам. А может быть не хватит, может придется даже докупать. Посмотрим. Но для прохождения вот этого события у нас хватит энергии. Здесь мы уничтожили. Так, громорог. Что он будет здесь делать? Бомбит. Хорошо, что он 12 уровня, поэтому у него слабый таки урон. Но это пока слабый. Дальше-то будет намного хуже. Третья волна. Естественно, опять же начинаем с тройного удара. Погнали. Раз, два. Дальше делаем ослабление брони. Уже чувствуется, кстати, ребята, урон. И, как ты видишь, драконов мы сразу с тобой не можем уничтожить, да? С двух плюшек. Обязательно нужно немножко пыхтеть. Я думаю, может быть, нам с тобой успеть хильнуться, а я не успею. Потому что Барсик его добьет. Барсик его просто уничтожит. Четвертая волна. Тут уже 3 дракона, 2 громорога плюс тройной удар. Ну, ты сам понимаешь, да, что надо уничтожать в любом случае тройной удар. С громорогами мы как-нибудь с тобой чуть позже справимся. Тут ничего страшного не будет. Окей. Так, сейчас они будут вдвоем ходить. 2 громорога. И потом у нас будет небольшой шанс успеть. А у нас не получится, знаешь почему? Потому что нам понизили с тобой. А хотя, что я переживаю-то? Все у нас хорошо. У этого энергии нет, поэтому он, соответственно, не сможет сделать. Теперь он вообще ничего не сделает, потому что мы его уничтожили. А громорог, насколько я помню, у него суператаки нету. У него есть ба... Ох ты! Ничего себе ты влупил, парнишка. На-ка. В плане, мы его не добили. Что за дела? Блин, мне нужно хиляться. Хорошо, что он промахнулся сейчас в данный момент. Трындец. Блин, что-то мне кажется, что мы потеряем с тобой. Не надо только бомбить его, пожалуйста. И этот добьет, верно? Ну, конечно. Конечно, ребят. Ну, кто бы, блин, сомневался, а? А это предпоследняя волна, да? Это даже не последняя, это предпоследняя. Да, что-то пошло не так, как я обычно говорю, да? Да тут все пошло не так.
пониженная броня. Плюс баф. Этот себе еще... Да, ребята. Настакал себе. И атаки. Защиту, слава богу, мы с него сняли. Ты смотри, что творит. Неужели Барсик... А это все, друзья мои. Это крах называется. Шторморез, к сожалению, в одно лицо здесь не справится. Как бы он ни пыхтел. С этой-то командой справится. С этим. А дальше-то что будет? Да, неожиданно, конечно. Этот Барсик вечно, блин, подводит меня. Ну и что вот тут? Вот как вот, ребят? Сам посмотри, 16 уровни. Хорошо, что он промахивается. Еще удивлен, что он промахивается. Хотя они как бы сами по себе ловкие должны быть. Слушай, а может быть нам бомбануть? Вот просто из принципа. Но потратить придется тогда нам всю с тобой. Вот так вот. Наверное, глупо, да? Это, наверное, я уже глупостями занимаюсь, скорее всего. При пониженной атаке. Нет, надо сдаваться. Во-первых, время только потеряем с тобой. Ну и в любом случае здесь у нас действительно ничего не получится. А Барсика, надо менять. Они как начинают... Я поставлю, наверное, ветрокрыло. Синие. Так, фиолетовые. Да. Поставлю я ветрокрыло. Пускай он 11 уровня, пускай он слабенький, но он может замораживать. То есть, как бы я убрал со своей команды одного из дамагеров, скажем так. Ну что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Получится ли вообще что-нибудь? Давай. Ну, вначале, естественно, мы с тобой уничтожаем. Тройной удар. Тут даже спрашивать нечего. Большая проблема в другом. Как мне делить теперь? Кого заморозить? Где хильнуться? И где понизить броню? Вот как мне это все сделать? Как уложиться? Естественно, против громорогов лучше, ребята, использовать заморозку. Чтобы они не успевали, как говорится, сделать свой баф. И тем более два хода, пока они там спят, мы можем с тобой спокойненько, например, разбирать тройного удара. Понимаешь, да, Сикёш, о чем я? Как бы вот такой тактики я хочу придерживаться. А вот сработает она или нет, это мы с тобой увидим в дальнейшем. В любом случае, я уже в холостую потратил что? Прилив сил. Надо было мне просто сразу сдаваться, да и все. Не валять дурачка. Но ведь нет. Захотел выпендриться. Промахиваешься, да? Ну, это твои большие проблемы, парень, если ты промахиваешься. Так, переходим на третью волну. Здесь пока их не трое. Поэтому можно спокойненько с ними разбираться. И к тому же уровень еще тут 13. Сразу с понижения брони начинаем. После этого начинаем долбить. Заморозка пока нам пригодится. Так, громорог. Энергии нет, поэтому он просто атакует и промахивается. Здесь идет добивка. Не буду я использовать пока здесь ничего. Единственное, что, наверное... Вот так вот сделаем. Безобидный, так сказать, хил. Вот то, что вот они начинают понижать атаку мне, это очень плохо. Сказывается на моих драконах просто вообще негативно, ребят. Соответственно, он не может ударить по полной программе, нанести хороший, качественный удар. И из-за этого может даже сфейлиться. Так, ну вот здесь... Нет, здесь еще пока потерпим. А вот на следующей волне нам придется, скорее всего, с тобой делать заморозку. Хотя и здесь тоже можно, в принципе, ее сделать. Да, можно. Я бы даже сказал, нужно. Так, укусим сюда. Делаем с тобой заморозку. Уничтожаем. Тройной удар. Надо постараться его еще уничтожить. Так, добиваем, да? Теперь делаем с тобой отхил.
Добиваем вот этого. Ну и удар сюда. Так. Видишь, что творит? Так, ну что, добей его. Ну что, здесь тоже, друзья мои, только заморозка. Но до заморозки нужно еще дожить. До заморозки нужно дожить. Так, здесь мы, наверное... Я могу понизить броню, да? Потом, получается, сходит. Ну да, хватит. Поехали. Я тебя понял, парень. Я тебя понял, прекрасно. Ну что, замораживаем. Замечательно. Так, добиваем. Кого бы тут быстрее шваркнуть? Наверное, вот этого, 13 уровня, да? С ним как-то будет, наверное, попроще. Удар. Кого он атаковать будет? Понял тебя. Мы с тобой здесь захиливаемся. Некачественно, конечно, хильнулись, но пойдет. Надо будет еще вешать хил. Угу. На тебе в ответку. На тебе укус. Здесь мы сделаем вот так вот. Твою налево, понизил. Понизил мне атаку, а, супостат. Но здесь то же самое, что и в предыдущей битве было. Единственное, что вот бомбанем сюда. Нельзя позволять, ребята, ему делать массовые атаки. Нельзя. Это все очень плохо закончится. К следующему ходу у нас с тобой будет заморозка. Дожить бы до нее. До этой заморозки еще. Тройной удар. Но я думаю, что он просто плюнет. Ничего страшного здесь не будет. Блин, опасно-то как, а? Сделаем сюда удар и замораживаем врагов. Естественно, дальше начинаем бомбить с тобой. Тройной удар, нужно его будет обязательно пробить. А здесь, ну здесь начнем вот с этого. Раз. Так, наверное, все-таки придется отхиляться. Ты уж извини. Поехали. Удар. Еще удар. Один из них очухал, они оба очухались, да? Тогда еще хиляемся. Так, ну этого запаса здоровья нам хватит здесь прожить. Так что все хорошо. Добиваем этого. И начинаем уничтожать второго громорога. У нас защита была, так что нам как бы по барабану. Так, что он сейчас придумает? Понял. Да ладно, давай уже добивать его. Все. Надо было в первый раз так и играть. Крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. Давай плод мудрости. Плод мудрости. Спасибо. Так, это мы прикрываем. Получаем с тобой 150 рун. Так, переходим вот сюда. Поехали. Так, мы здесь проходим, получаем пак. И потом сразу же еще 400 бабочек. Но надо пройти. Блин, ну смотри, один в один, ребята. Как в прошлое событие, да? Смотри, шепот смерти и дымодышащий там, по-моему. Ну, мы с тобой начинали именно с шепота смерти. Я понимаю, конечно, этот мелкий противный, но... Шепот смерти еще пока противнее. Насчет ветрокрыла я не совсем уверен, что он нам здесь пригодится. Да, будет сложно. И пока их здесь двое, потом их будет трое. Дымодышащий. Он и так-то влупляет неплохо. Даже на своем маленьком 12 уровне он уже, ребята, имеет понижение брони.
и уже такую довольно приличную мини-атаку, скажем так. Ну что, переходим на третью волну. Надо будет, наверное, нам все-таки с тобой сделать небольшой отхил. Здоровится уже потрепанное. Можно заморозить. Тоже будет неплохо. Так, ну что, дымодышащий, пора тебе распрощаться с жизнью. Я специально так сделал, ребят. Я мог бы хильнуться, но я хочу отхиляться именно нашим шторморезом. А даже не так, лучше вот так все-таки. Хильнуться можно и здесь, верно? Даже здесь будет правильнее хильнуться. Начинаем. Так. А это у нас кто такой? Да отвалите вы от меня все, а? Так, я специально коплю еще на один хил. Завис, что ли, парень? Завис, бродяга, смотри-ка. Прям присосался к моему кривоклыку. А этот, по-моему... Ох ты, хорошо, что у него уровень не особо сильный. 12 всего лишь. А этот что будет делать? Все, я понял, ничего. Тогда прощай, родной. Мы будем по тебе скучать. Да ни за что мы по тебе скучать не будем, парень. Да вот так добью его, и все. Так, здесь у нас 15, 14 и 15 уровень. Это предпоследняя волна. Начинает шепот смерти выпендриваться здесь. Понижаем ему сразу броню. Ой-ой-ой, нам тоже здесь понижает броню. Причем очень-то хорошо. Так, ну что, этого будем отхиливать. Раз пошла такая пляска. Смотри, что творит, а? Нате-ка, выкусите. Кривоклык, что будем делать? Этого бомбить или этого? Наверное, вот этого все-таки. Наверное, все-таки дымодышащего. С понижением брони. Погоди, не понял. Вот у нас. Бери и стреляй, в конце концов. Стоит там, лыбится. Добить сможешь? Нет. Ё-моё, сейчас что-то будет. Давай, наверное, так сделаем. И массовый отхил. Мало здоровья, конечно. Маловато будет здоровиться-то. Ну вот и последняя волна. Ёк-макарёк, ребят. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Ну, ладно, мы сюда с тобой, наверное, все-таки придется потратить. Вот таким вот образом. Блин, так неприятно. Завис на весь экран, ничего не вижу, ребят. Надо его уничтожить как можно быстрее. Так, секунду, секунду. Я сейчас просто посмотрю. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ё-моёшечки. Ну мы на равных пока. Этот промахнулся, да? Давай, наверное, все-таки с этим разберемся. Любитель понижать броню. Блин, тут пониженная броня. Мы с тобой вот так сделаем. Еще ударил, а? А этот, наверное, сейчас добьет. Промахнулся. Ху! Бомбим. Кусаем. Вот сейчас, наверное, добьет. Хотя нет. Ничего не добьет. Понижаем броню и кусаем. Е! Yeah! С горем пополам прошли. Ну-ка, что нам тут выпадет с тобой?
рыба, 175 миллионов. Ладно, забираем с тобой пак. И забираем с тобой бабочек. В следующей серии... Хотя, подожди, почему в следующей серии? У нас с тобой еще две энергии. Господи. Я уже прощаюсь с вами. Нет, все хорошо. Продолжаем. Тогда получается, это какое-то у нас короткое выживание. Так, а здесь смотри-ка, шепот смерти и тройной удар. Ну, все прекрасно понимают, что начнем мы с тобой с шепота смерти. Три груши, три прилива сил. В принципе, неплохо. Пока они здесь ватные, мы с ними довольно легко будем разбираться. Вот единственное, что мне не нравится, что шепот смерти стоит на первом месте. То есть он будет одним из первых набирать себе инициативу. Понимаешь, да, к чему я клоню? Он будет первым ходить. Здесь он когда стоял, он был третьим. А вот там он уже будет первым. Мне это не особо устраивает. Так, вторая волна. Все то же самое. Без каких-либо изменений. Понижаем броню. Начинаем, так, этот сейчас выпендрится. Так, укусик. Тут можно, в принципе, было бы их заморозить, но смысл тратить заморозку, когда мы здесь и так с ними справимся. А вот здесь надо было сделать понижение брони. Так было бы намного лучше и эффективнее. Тем более мы все прекрасно знаем, что наш ветрокрыл именно в ближнем атаке. Ну, в ближней атаке он вообще никто. Он только лишь, ребята, по... заморозки спец, и все. Стоит ли вот это делать, а? Наверное, пока не стоит. А уже вот после этого хода? Да нет, даже здесь терпимо. Можно вообще заморозить их и разобрать. Так будет вообще безболезненно, да? Для всех. Опа. Укус. Удар. Отхил. Отхил. Все. Так, здесь уже... Оу, два тройных удара. Блин, они уже не знают, что, ребята, сделать, чтобы усложнить. Два тройных удара, плюс шепот смерти. Ну, тут надо обязательно заморозкой пользоваться. Заморозкой обязательно надо пользоваться. А у меня ее нету, хотя мы можем с тобой сделать... Нет, пока здесь терпимо, уровень не такой большой. Я надеюсь, урон будет тоже небольшой. Смотри, что творит. Хиляемся. Пониженная броня, пониженная атака. Это, конечно, вообще не очень хорошо. Для моих драконов. Я бы даже сказал, это очень плохо. Так, ну мы сейчас хильнемся с тобой. Ага. Хильнулись. Ничего подобного не получится. Так, это хорошо, что они начинают здесь, как говорится, путаться. Начинают бомбить, кого нужно, кого не нужно. Хиляемся, ребят. Опа. Шикарно. Как ты достал, а? Это только четвертая волна. А еще будет пятая и шестая. И уже видишь, какие тут проблемы, ребят. Очень сильно бомбит. Ага, здесь поменялись. Блин, горелый. Ну давай вот так вот. Ёк-макарёк. Так, следующим будет ходить этот, да? Значит, мы с тобой вот так вот здесь делаем. Сюда укус. Я так и думал, что он будет атаковать. Ударим. Так, шепот смерти, кого укусит? Блин, я совсем забыл, у него же довольно противный удар. Кого?
понял. Давай, наверное, вот сюда укус. С пониженной атакой, ну, всегда противно. Что с атакой пониженной, что с броней пониженной. Вообще, ребята, очень сложно драться с драконами. Вот это риск. Риск потерять, кстати. А нам нельзя его терять. Нам его терять нельзя. Так, я ударю, да? После этого хильнемся. А, он с атакой повышенной. Так, друзья мои, ну-ка. Мало мы с тобой хильнулись. Слушай, он может сейчас уничтожить. Слава богу, он не того начал бомбить. Так, тогда понижаем ему броню. Твою налево. Я вообще-то хотел понизить броню ему. Так, ну что ж, шестая волна. Смотрим, кто здесь. Угу. Шторморез будет? Нет. Че, наверное, тут надо хиляться нам. Надо хиляться. Ты дышь, офигеть, плюшку получил. Че, хиляемся, да, или как? Хиляемся. Наносим урон сюда. Ветрокрыл бомбит. Опять же сюда. Кого он там атаковать собирается? Понятно. Раз. Давай все-таки сюда я бомбану. Че, попробуем? За короткий срок ушатать шепот смерти? В принципе, это реально. В принципе, это реально, но... Если так, фигня, да, получается? Заморозку хочу активировать, понимаешь? Хочу заморозку активировать, а вот как сделать это, не знаю. Или нам хинуться все-таки? Потом добить... Шепот смерти. Вот так вот. Этот еще, видишь, с усиленной атакой. Вот-вот-вот-вот. Вот об этом я и говорил. Что будет какая-то подляночка. Вот тебе подляночка. Успеем завалить? Будет хорошо, не успеем, будет плохо. Скорее всего, не успеем. Но я могу сделать вот так. Так, может быть, даже будет лучше. Окей. Наносим урон сюда. Вот так сделаем. Так, теперь сюда кусаем. Этот добивает. А мы добиваем уже этого. Вот как-то так, друзья мои. Как-то так. Остается посмотреть, что нам выпадет здесь. Древесина, понятно все. Ну и забрать, как ты видишь, вон тот он последний пак. Редкий, да, там написано? Ну что же, редкий, это хорошо. На почту все нам прилетело. Так, тусклый интерь мы с тобой забираем. 1000. Монетки Удина 6 штук. И смотрим, что здесь. Шторморез, ужасное чудовище. Водорез. Скромненько, конечно, скромненько. Ладно. Так, это у нас серия испытаний. Набор. О, 250 миллионов древесины, неплохо. Смотри-ка. Все-таки, ребята, железо выпадает. Так, 50 рун. 150. Спасибо, вот, вот это щедро было. Так, ну и что же у нас здесь? Редкий набор. 450 рун, спасибо. Опять железная руда, еще руды. Ух ты, друзья мои, хвостояр.
такого дракона, точно тебе скажу, у меня не было. Блин, прикольно. Подожди. Уже в наличии? Нет, вы что-то путаете. Хвостояра у меня не было. Я сейчас, конечно, ребят, посмотрю. Зайду в академию. Ну, я тебе серьезно говорю. Не было у меня такого дракона. Так, заходим в ангар и смотрим. Хвостояр. Так, пока я не вижу. У него сколько, ребята? Так, это не то. У него 4 крыла, верно? Получается, как бы. И есть, оказывается, друзья. 3-го уровня. Не ожидал. Я, честно говорю, не ожидал, что... Так, этого мы с тобой, наверное, отпустим. Хвостояр. Тогда нам придется с тобой... Куда я его поставил-то? Блин, теперь потерял. Нам придется с тобой 1-го уровня хвостояра отпустить, а 3-го уровня, наоборот, забрать. Да куда я его дел-то, господи? Тут не так уж много места, чтобы... Ну, трындец. Где-то здесь же, а? Хвостояр, хорош дурачиться, появись. Покажись, где ты... Куда я тебя поставил-то? А, вот потом забуду, что я его поставил. И он будет у меня, ребята, здесь стоять, пылиться. Не могу найти. Или просто невнимательно смотрю. Ладно, фиг с ним, ребят. Потом за кадром я его найду и выгоню его. Слушай, я даже вот серьезно уже говорю, получаешь драконов, кажется, что у тебя их не было никогда, а они, оказывается, у тебя были. И чуть ли не всегда. Практически как родные. Так, а ты что стоишь-то у меня? Я не понял, родной. А, хижинки все заняты. Ну тогда за древесинкой лети. Что ж. Так, ребят, я думаю, что арену, наверное, мы с тобой уже пройдем завтра, потому что у нас получится чуть-чуть событие, да? Сам понимаешь. Ну как чуть-чуть? Еще ровно столько же, сколько прошли. Даже, наверное, чуть-чуть побольше. И арена. То есть на завтра у нас с тобой будет, так сказать, задел. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.